Найти работу – задача не из простых, и особенно тяжело приходится людям с ограниченными возможностями. Для них в Центре занятости регулярно проводят ярмарки вакансий, и они дают свои плоды. Трудоустройство инвалидов Нижегородской области развито хорошо. В принципе, дело обстоит неплохо. Мы занимаем третье место по трудоустройству инвалидов в Приволжском федеральном округе. Впереди нас Саратовская область и Чувашская республика. У нас третий результат – 53%. За 10 месяцев текущего года в Центр занятости обратилось почти 1500 человек. Все больше компаний становятся социально ориентированными, а значит, принимают в свой штат людей с любыми диагнозами. Мы заинтересованы, мы очень благодарны Центру занятости за то, что проводят такие мероприятия. Они очень значимы, так как мы компания крупная государственная, мы сотрудничаем с ними в этом плане. И, конечно же, мы трудоустраиваем людей с ограниченными возможностями. А для этого у нас масса вакансий, которые мы можем предложить, и соответствующий уровень заработной платы. Конечно, мы с удовольствием трудоустраиваем, а Тандер является социально ответственным работодателем и считает, что любой человек, вне зависимости от его особенностей, имеет равные права для трудоустройства, для реализации своего потенциала. По словам инвалидов, найти работу для них очень важно. Да, они получают пособие, но работа – это не только деньги, но и возможность быть частью общества. Естественно, пришел сюда, чтобы устроиться на работу. Работу, ну, хотелось бы, конечно, более высокооплачиваемую найти. Люди относятся заинтересованно, спрашивают и выясняют, что меня интересует, что я хочу. И стараются мне помочь. Кроме того, для посетителей ярмарки вакансий организовали разные мастер-классы и групповые консультации, а также научили их составлять резюме.